Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео моя мама будет готовить ужин вместе с вами. Она приготовит курицу в горшочках с грибами и картошкой, а также фасолевый салат. Под предыдущим видео, где мама готовила фасолевый салат, вы оставляли мне различные рецепты, я их все зачитала маме, и она обязательно попробует приготовить по вашему рецепту салат из фасоли. Ну а сегодня она покажет второй простой рецепт, который есть у нее, так что я надеюсь, вам будет интересно. Ну и что ты сегодня готовишь? А сегодня я буду готовить курицу в горшочке. Как это блюдо называется? А не знаю. Курица в горшочке. Да. Вот, короче, у меня была куриная грудка вот с косточкой и с кожей. Вот такая вот. Угу. Как она называется-то? Ну, одна грудка из двух половинок. Да. Угу. Ну, это она была целая. Вот я ее... Ну, когда она... Ой, она не то, не сё. Как, в общем, ну, не то, не сё. Приготовить... Ну, вот, и, короче, я ее сняла кожу, нарезала на такие кусочки и буду вот горшки класть. Вот, в принципе, это как бы диетическое блюдо, но поскольку вот у меня тут грибы, это белые грибы, сейчас я их буду обжаривать. Вот сперва сейчас, вот видите, беленький. Белый, но вообще-то называются боровики, по-моему. Не знаю, белые. Но мы их называем белыми. Вот, беленькие грибочки, вот они у нас, у меня разморозились они тут. Буду я их вот на сковородочку. Я их кидаю без масла. Вот, поскольку вот они вот так вот сейчас обжарятся. Буду обжаривать с луком я их. Вот, в принципе, это же блюдо можно делать, ну как вот, ну совсем диетическое, так вот, когда там плохо, там... Ничего не кушает, горшочки. В кастрюльке они как-то не очень, а горшочки это вообще как-то вкуснее, мне кажется. Вот. Туда можно класть только курицу, любую, любые части курицы. Хоть крылышки, хоть какие-то там обрезочки, все. Вот. Картошку, лучок, если кто не любитель, может без этого налить. Или бульончик, или водички. Вот. И в духовочку. То есть это, в принципе, и быстро, и легко. И вас оценят. И вкусно, самое главное. Самое главное, вкусно, да. Вот они у меня обжариваются. Масло вот так вот. Потом я сюда лучок. Можно лучок не жарить. Можно прямо туда. То есть вот все сырое сложил туда, залил и в духовку. Ну, когда обжаренное, оно вкуснее. Ну да, но картошку я не буду обжаривать и мясо не буду. Потому что я все равно, пусть они там будут побольше. Испаряется, потом сейчас нарежу лучок. Лучок режется миленько. Опять же на любителя. Ну, не совсем, но вот так вот. И, в принципе, если вот, например, если делать вот это все в кастрюле, это как бы не то. Понимаешь, а это порционное блюдо. Оно красиво получается. И почему-то вкуснее. Вот, как. А тем более еще в духовке оно получается, знаешь, вот как в русской кухне. Сейчас вкуснее, почему печь, вернее, печки все это вкусно. То самое, вот говядина, свинина, она не очень вкусна. А вот именно курица вот так вот простенько нарезал и кинул. У нас-то получится оно, видишь, с куриным бульоном, оно еще более насыщенно получится. Вот. Я возьму. Хорошо. Так, теперь лучок. Все ужаривается. Маслица. Это у меня фасоль варится. То есть ты масло наливаешь потом, когда водичка выпарится? Да, конечно, иначе они прыгать будут. Угу. Ну это дело совсем уже, знаешь. Она же даже сейчас может еще прыгать. Ой, вкусно как пахнет, да? Угу. Ну, а теперь я буду распределять горшочки. Значит, ну вот, вот они у меня такие. Можно поменьше. Можно поменьше, можно такие оставить. Они побольше прыгают. Так, по три кусочка.
У меня получилось 5 горшочков. Вот. Я нарезала картошку. Ну вот она вот такие вот маленькие кубики. Большие не надо, они иначе варятся. И просто вот кладу их сюда. То есть сколько картошки, ну я не знаю, я все это, ну как вот. На глаз. Это, во-первых, кто сколько любит. Потом, сколько вы хотите положить сюда это, курицы. Да, можно побольше мяса, поменьше картошки. Да. Вот сейчас будем распределять по схемке. Из приправ я добавляю только черный перец. Все. Горошком. Горошком. И все, больше ничего. Потому что три... По три штучки. По три штучки? По три, ну можно больше. Как ухватится. Вот так вот. Лавровый лист ничего не кладу. Потому что это как бы оно диетическое. Вот жарится у меня еще, видите, красота. А запах какой. Наша подруга на страже порядка, да? Караулит, как всегда. Вдруг что-нибудь вкусненькое упадет. Да. Все. А, посолить. Нет, посолить. Чуть-чуть можно посолить. Чуть-чуть. У нас бульон соленый. Ну, чуть-чуть. Угу. Так. Все. И вот теперь бульончиком заливаем. Можно просто водичкой. Можно просто водой, девочки. Просто у нас остался бульон куриный. Угу. Можно даже говяжий. Ну, каким угодно. Вот. Все. Крышкой обязательно накрывать? Лучше, да. Я всегда... А иначе испарится. Это потом можно с ней... Она же не печется, она же как бы варится. Угу. Ну, духовка. А если крышечек нет, можно же фольгой, да, накрыть? А можно и не надо. А может и да. Тут побольше водички. Только надо будет следить. Здесь я закрыла, поставила на время, она выключилась и забыла. А потом уже перемешала. Уже можно перемешать. А можно даже не перемешать, чтобы видно было. Угу. И все. И на сколько ты ставишь? На час я поставлю. Потому что сырая картошка, сырая, это самое, сырая курица. Мясо, да. Угу. На час. 180 градусов. 180 градусов. Вот я сейчас включу на час, уже с разогревом, как бы вот. Угу. Ну, как это называется, разогрев. Вот и все. Ну, разогрев у нас 7 минут где-то. Ну, 7 минут, да. Угу. А потом посмотрю, там мясо сварилось. Ну, оно, в принципе, всегда сварило. Вот и все. Девочки, поставил. И забыл. И забыл. Да. Все. Вот сварилась фасоль. Вот она такая не разварилась, но мягкий. Сейчас я ее солью. Вот, промою, солью. Или солью, промою. Вот, и оставлю остывать вот в бурлаке. В это время я буду нарезать лучок и мариновать. В принципе, салат очень простой. Вот, а лук я почищу, нарежу полукольцем и замариную. И все. А как мариновать будешь? Соль, уксус, сахар. Прошел час. Вот такие они получились. Вот. Но, значит, я вытащила, посмотрела, добавила еще соли. Вот такой вкусный. Вот. Но там три горшочка я оставила еще на полчаса. Там почему-то была... Сыровата картошка. Здесь вот нормально, ну не знаю, наверное, такая попалась просто. Ну или горшочки такие. Нет, почему? Ну горшочки-то эти два другие. Ну там, да, ну, может быть, не знаю, вот такая вот получилась. Вот я еще полчаса там уже без крышечки. Угу. Вот, вот такие вот кусачки получаются. То есть вот она получается. Вот он. Картошечка, ну такая вот. Угу. Вот, а теперь будем салат делать. Вот у меня фасоль отварила. Можно тут покапала. Вот. Красиво, конечно, салат будет смотреть, если была бы
красная фасоль и белая. Так вот. А салат очень простой. Вот, вот это самая отварная фасоль. Правда, она, я отвариваю без соли. Потом добавится. Вот будет, посмотрите. Просто высыпается. Вот это у меня полчаса, даже больше получился. Мариновался лук. Вот я его порезала, три луковицы. Порезала я полукольцами. Вот и все. И добавляете сюда. Если есть зелень, можно зелень добавить. Если есть зеленый лук, можно и такой. Зеленый лук. Вот так вот добавляем. Опять, если кто любит много лука, побольше замариновали. Ну, потом можно бы добавить соль. Вот сейчас он с этим самым, с луком помаринуется еще, потому что еще не скоро мы будем ужинать. Вот. И масло растительное. У нас можно оливковое, можно такое, вот знаете, как их называют, пахучее. Как оно там называется? Ой, забыла. Вот. Было украинское такое с жареными семечками. Ой, вкусное какое масло. Безумно. Как это? Рафинированное, не рафинированное. Вот. Вот. И все. Вот такой салатик получается. Остренький, аппетитный. Вот, маринованный. Вот сейчас мы его так его перемешаю. Он постоит, потом я там сольки добавлю. Там уже по вкусу оно сейчас вот вместе с этим маринованным лучочком. Вот так вот. Все, и зелень посыпать. Все. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, для меня это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!